Я, например, лично благодарен обществу «Мемориал» за то, что они провели архивные исследования по делу моего деда, которого репрессировали в 1937 году. Они помогли, и мы с отцом получили на руки документы. Спасибо красноярцам, спасибо, ребята, за то, что вы делаете. И я помню себя в детстве, как я много о нем думал и пытал отца об его истории. Отец говорит: молчи, дурак, нас всех посадят. Вот от этого страха в своей жизни они сломали отцу моему просто жизнь. Вот этим страхом и ужасом. Мой отец в результате в 17 лет на фронт ушел, чтобы не быть постоянным врагом предателя Родины, которым он не являлся. И дед мой был прекрасный человек. Вот я не хочу бояться просто. Не хочу вот этого ужаса опять для моей замечательной Родины. Подумайте об этом, не спите. Больше будет помогать нам всем некому, это точно. С уважением, Юрий Шевчук, группа ДДТ.